Мы в эфире, город Баку, как я обещал, прогулочка по городу, да, солнышко у нас яркое, вы видите, это замечательный берег Каспия, бульвар, флаг Азербайджана, Flame Towers, наш невероятный парк. Переключаемся и начнем с вами замечательную прогулку по Баку. Готовы? Итак, это город Баку. Вы видите, там что-то строят, здание кольцо. Это Каспий. Это бульвар, это там наши яхты стоят. Это Дениз Молл, это яхт-клуб. Это флаг Азербайджана, это Flame Towers. Идем с вами тихо-тихо, не торопясь. Погода хорошая, поэтому не будем торопиться. 4:15 по бакинскому времени. Здесь у нас уборка, здесь люди гуляют счастливые. Видите, какой. У нас очень много в Баку парков, просто невероятно. Впереди мы видим нашу красавицу Гызгаласы, Девичья башня. Девичья башня. Ага. Видите, везде решетки. Это Баку готовится к проведению, четвертый раз, если не ошибаюсь, Формулы-1. Видите, какие красивые здания. Болт-такси, как всегда. Теперь нам предстоит перейти дорогу. Никогда этого не делайте. Переходите дорогу только с помощью, ну вы поняли. Переходите дорогу с помощью подземного перехода. Ну и, конечно, я должен вам показать подземный переход. Зарабатывает. Ну, я, поэтому я перехожу вот так. Но вы так никогда не делаете. Что мы видим? Гызгаласы, красивая девичья башня. Да? Идем вперед. Красивое здание. Ну, Девичья башня, вы знаете, более 1000 лет. Очень старинное строение. Когда ее строили, море было вот до нее. Потом море отошло. Здесь, в этом доме, жил известный человек. А вот интересная штука. Здесь останавливался, в этом доме, друзья мои, генерал Шарль де Голь. Представляете? Впереди магазин Зилли, а здесь останавливался Шарль де Голь. И идем с вами тихо-тихо в старый город. Называется он Ичари-Шахер. Разных интересных людей можете встретить. Старый город идем с вами. Такая у нас с вами прогулка. Эти фоткаются. Видите, такие вот вокруг дома красивые. Люди улыбаются. Сидят на газонах, цветочки. Дамочки
Здесь вот вечеринки проходят. Здание тоже старинное. Люди красивые. И спортсмены тоже идут. Видите, здесь вокруг статуи. Вот она совсем вблизи видна. О, колодец. И Чари-Шахер, друзья мои, мы с вами в старом городе. Тут справа, слева разные кафешки. Красота, да, правильно? Клево. Это вход в Гызгаласа, в Девичью башню. Тут у нас слева дворец Ширваншахов. Примерно 14-15 век. Усыпальница Ширваншахов. Там около 7, если не ошибаюсь, захоронений. Справа большая чайхана. Ковры. Весь старый город, можно сказать, покрывает вот такие вот камни. Когда идешь так, может, не очень удобно, но очень круто. Идем, короче, с вами по старому городу. Видите, везде ковры. Можно купить, можно пофоткаться. Может, просто погулять. Слева, здрасте, караван-сарай. Но под вечер оживает. Здесь разные монеты вам чеканят. Тут разные. Можете купить медные кастрюли, советские ордена. В общем, разного такого старья очень много. Ну, здесь очень любят иностранцы гулять. Здравствуйте. Здесь вот такие совершенно разные музыки звучат, совершенно разные культуры. Вот здесь уникальное здание, друзья мои. Оно горело, когда коты вышли на балкон и спрыгнули и погибли. Здесь сделали вот такие вот памятники. Видите, коты? Здесь у кого-то день рождения. Здесь у кого-то тусовка, день рождения. Люди празднуют. Очень красиво. Вот клевый чувак сидит. Обнимаю. 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 Бутик-отель. Это новый парк. Ну, везде все здесь усеяно разными историческими памятниками. Новый парк в старом городе. Можно погулять. Можно пообщаться. Целоваться нельзя. За это штраф 100 манат в Азербайджане. Ну, или 200. Ну, или как договоришься, не знаю. Такие разные бассейны. Разные всякие фонтаны, все это включается. Красиво? Честно, это старый город Чари-Шахер, Баку, Азербайджан. Экскурсия по городу. Мы с вами увидели Девичью башню, красивый дом, где останавливался Шарль де Голь. Сейчас мы с вами в Чари-Шахере. Как вы видите, передо мной часть крепостной стены. Часть крепостной стены. Замечательные девушки сидят, пьют замечательные напитки. Обнимаю, уважаю. Вы видите, это буквально год назад. Ну, из земли поднятая большая такая архитектурная ценность. Это бани, если не ошибаюсь, 18 века. Вот. Ну, такие вот кафе везде. Очень красиво, да? Очень ухоженно. Очень много потрачено на это денег и любви. Красиво. Сейчас мы с вами выйдем из старого города. Но он очень большой, если честно.
такой, знаете, город в городе. Тут свой мэр, свои правила, своя жизнь. Очень много старые чарищахер, то есть старогородских, тех, кто жили здесь. Выходим с вами из старого города. Направляемся в центр города. Куда же мы с вами направляемся? Давайте-ка мы с вами пройдем вот здесь. Как-нибудь я обязательно вам проведу экскурсию по старому городу. Там кафе «Черт побери», где снимали «Бриллиантовую руку». Здесь какое-то административное здание. Смотрим. Молодежь в Баку, как всегда, Азербайджана. Красиво. Везде решетки из-за того, что скоро здесь будет проходить Формула-1. Это музей Низами, в общем, старинное здание. Передняя часть — это библиотека. Утомил. Борт большой, не маленький. Сейчас мы с вами направляемся в сторону площади фонтанов, где люди просто так любят гулять. Видите, нас кто-то в шортах, кто-то в чадре. Никто никого не трогает. На русском, английском, турецком, на каком хотите языке разговаривайте. Вот. Здесь на скейте катаются. Ну что мы видим? Впереди Hard Rock Cafe, перед ним памятник на Таван. Там разные шаурмы, но это понятно. Идемте с вами в сторону чего? В сторону площади фонтанов. Библиотеки, полиция. Везде все охраняют. Здесь невозможно украсть сумочку, вырвать ее из рук. Невозможно что-то стырить. Все очень-очень серьезно. Это, друзья мои, площадь фонтанов. Она такая большая, но фонтанов здесь не прям так много. Площадь фонтанов. Красивые девушки, парни гуляют по ней. Фонтаны под вечер включают. Но опять-таки пандемия и все такое. Красиво. Я как человек, который был в 37 или 38 странах, могу сказать, что город очень красивый. Под вечер здесь все работает, все искрит. Но этот фонтан, я думаю, восстанавливают сейчас. Он вообще охрененно, когда его включают. Это что-то. Сейчас мы с вами направляемся к армянской церкви. Вы не ошиблись, к армянской церкви. Вот такой вот город. Везде кафе, везде люди сидят, кушают, пьют, танцуют. Наслаждаются жизнью. Вот вы видите самое дорогое место
Баку, центр. И здесь на нескольких гектарах располагается полностью загражденная армянская церковь. Внутри нее вход закрыт, внутрь запрещен, полностью закрыта со всех сторон армянская церковь черным забором. Не изрисовано, ни граффити, не уничтожено, ни раздолбано. Просто стоит закрытая. Позади этой церкви мы видим действующую библиотеку, друзья мои. Можно зайти, почитать. Кстати, здесь хранятся много армянских книг, в том числе Библия 18 века на армянском языке. Действующая библиотека. Можете зайти, почитать, поговорить. Дальше мы идем, обнимая. Привет, привет, как дела? Молодежь Азербайджан. Слева видите, что это? Бершка, Зара, чем народ делает шопинг. Люди же сидят, живут, там все эти фонтаны включаются под вечер. С Макдональдс. Город полный. Воскресенье, люди едят мороженое, гуляют, танцуют. Площадь фонтана. Совершенно разные люди в разном дресс-коде. Никто ни к чему никого не обязывает, никакого напряжения. Просто гуляют. Видите, такая бронзовая девушка ждет своего принца. И мы с вами направляемся на торговую, друзья мои. Торговую, к счастью. Торговая. Большая прогулка. Это у нас неадекватная или адекватная Маша. Ну как вам сказать? Ну скорее неадекватная, чем адекватная. Впереди Хагиани Меркяз. Короче, здесь рестораны, кафе, все полные по вечерам. Здесь пройти просто невозможно. Здесь пассаж. Знаешь, здесь картины продавали. Сейчас картины все в магазины поставили, чтобы люди ходить могли. Люди гуляют, счастливые. Ходят. Хорошие люди. Обнимаю. Счастья семейного. Поздравляю. Спасибо. Я более такое спокойное время вышел, чтобы вас не беспокоить здорованиями. Спокойно вам показать город. Мы сейчас с вами идем по торговой, друзья мои. Торговой к части. Улица Торговая. Здесь видите арабы, турки, русские, евреи. Кто хотите. Гуляют, общаются. Торговая. Людей много. Торговая, видите, какая солнечная. Все уже хотят море, пляж. Дама с собачкой, помните, как у Чехова. Всякие магазины, шопинги. Идем по тени. Торговая. Какие все умные, все идут по тени, никто не хочет идти по солнцу. Тенечек. Как вам прогулка? Ну, конечно, у нас чистят город каждое утро и каждый вечер. Все очень аккуратно. Смотрите, как убирают все. Байтарлых, Абадлых, что хотите. Даже голуби здесь летают в назначенном месте. Никакого беспредела. Разные кафе, рестораны. Везде люди кайфуют, кушают, пьют.
обнимаются, дружат. Он даже миди можно купить. Миди, представляете? Миди. Если ты медийная личность или нет, можешь купить миди и привет. Сейчас мы увидим еще неадекватных плюшевых животных. Это неадекватная панда и адекватный заяц. Вот так вот. Да. Пандус. Здравствуйте, вы вчера тоже здесь были. Да. Это интеллигент со вчерашнего дня здесь. Как вам город? Ничего. Вы скажете, а там ты только по красивым местам идешь. Пойди-ка ты по каким-то улочкам, переулочкам. Вот продают разную кукурузу, попкорн. Все это калории. Красивые молодые люди. Ну, шолсун, сяна гурба, ну, эфрэн. Это тоже легенда. Это легенда города Баку. Даже легендарнее, чем я. Привет, Андрей. Звучит песня. Привет, Андрей. Чистый, да, город? Правда? Ухоженный. Нигде не мусора. Это не только в центре, это везде. В каждом городе Азербайджана. Чистота. Аккурате. Все убирается, все прибирается. Да, друзья мои. Ну, надо признать, конечно, в этом есть большая доля нефтяных и газовых запасов Азербайджана. То есть у страны есть бюджет, надо признать. Уже без денег все это было бы сложно. Сейчас мы с вами пойдем по улочкам, закоулочкам. Поэтому красиво так начал с бульвара, а улочки, закоулочки не показал. Идем с вами по улочкам, закоулочкам. Салам, салам, люблю всех, обнимаю, всех прижимаю, в душе обнимаю. Нормально? Эй, колсон. Nətərsən, mətlər? Öpürəm sənə, 100 illər keçdi. Öpürəm. Necə sən? Sağ olsun. Gördün? Dəyişir, yaxşı yaşayırıq, sağ ol. Hələ o hər yerdə, öpürəm. Это был мой любимый таксист когда-то. Когда у меня машины не было, у меня даже в долг возил. Когда не было денег. То есть, ключи продают. Короче, разные кафешки. Флаги висят. Что мы здесь видим? Что-то. Грузинский флаг, азербайджанский. И там какой-то что-то. Манчестер, вот это. Это британская корона. DK Company. Давай-ка Амран Company. Здесь турецкие флаги висят. Видите, у нас город контрастов. Офигительный стейк хаус. Здесь картины продают. Видите? Галерея. Ну что мы видим? Aston Martin, ГАЗ-31 и Ниву. Тоже контрасты. Надо признать. Здесь было посольство Ирана, если не ошибаюсь, его перенесли. А это русский драматический театр имени Шамиля Гургуна. Я здесь с 99 по 2004 год был актером. Вот молодые пацаны развозят еду на великах. Не на папины-мамины деньги живут, а пашут. Молодцы, уважаю. Я тоже пахал. Ну, до сих пор тоже пашу. Сейчас мы с вами попадем в Малаканский садик. Люди гуляют. Малаканский садик, видите? Мальчик подарил девочке цветок, это хорошо. Дарите цветы, не крестятничайте, не жадничайте. Малаканский садик.
Круто. Красиво. 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 И здесь, в Баку, вот в этих парках, садах, в лучших людях счастливых. Все пьют. Кто пиво, кто водку, кто айсти, кто там что. Едят и пьют, едят и пьют. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь обалденный. Очень красивый фонтан. Мы его сейчас, видите, чистят. В дневное время, сейчас все-таки половина пятого, наверное, скоро включим. Видите, чистота какая у нас везде. Вечер не включает, и становится просто невероятно. Ну что мы видим впереди? Океана, океана. Ну, начали мы нашу экскурсию бульвара, парка, заканчиваем его с парком. Счастья всем, любви, здоровья, чтобы ваша жизнь бурлила, чтобы вы не забывали почистить жизнь от ненужных людей, чтобы ваш фонтан был прозрачным, будьте счастливы. Спасибо. Приезжайте, что нет, что хотите, чтобы гулял. А не жалко мой интернет. Я же должен пойти пить кофе, кушать что-нибудь. Кушать. Когда я кушаю, я становлюсь счастливым. Я вам весь город, практически центр, чуть старый город показал. В принципе, интересно вот позиция. Приезжайте в Азербайджан, кушайте, пейте, кайфуйте, ешьте, пейте, любите. Я вам показал немного нашей истории, немного нашей повседневной жизни, никаких оскорблений, унижений, никакого хейта, а просто счастья, любви, солнца желаю всем и здоровья, и чтобы ваша жизнь была охрененной. Здесь... О, это моя тражная сестра. Привет, привет, все, вам тоже. Спасибо, дай Бог здоровья, целую. Целую. Это были родственники с одной стороны, молодежь с другой. Ну, машина с третьей. Друзья, пацаны 160 школы. Давайте, что мы делаем? Видео снимаем? Что делаем? Давайте. Ну и пара бонусов. Дом правительства, формула, новые здания строят, отель Хилтон, отель Апшерон, Мариот. В общем, счастье вас в Баку ждет. Приезжайте в Азербайджан, друзья. И еще один бонус под конец. Это поздравление. Азербайджан, Спасибо. Спасибо. Мы все поняли.